большой минус. И он третий. Он на третьем, у мечника. С фонариком. Что за херня такое, у меня не пойму, стреляет. Ты идешь? Я на крыше. Один минус. Не убил его. На втором. Надхилюсь. Можешь там просто пробежаться, типа, как видел, я обычно бегаю, чтобы забайтить. Ну, я так бегаю, да. Вот видишь, что ли? Значит, он в ближней комнате, скорее всего. Сюрприз! Поджимай, поджимай. Я очень лоу. Он в туалете. Не убила. О, Яня, у нас двое, у платника еще. Убегают от нас они. Я закрою, да? Да, я закрою. Где ты открыл ли он? Он. Хилится. Хилится. В меченке, походу. В меченке, Ань. Есть граната? Да. Хорош. Все, отхилилось. 51-й. Это броник мой новый. Не убила, а нет, убила. Просто стоял в комнате? Просто я в коридоре чекал. Херец. Аккуратно. Все может быть один. А, дробовичок. Твой алтай. На кухне. Второй этаж? Да, второй этаж кухни. Сейчас. Кухня. Залил его хорошенечко, мэтт. Я перебегаю в душку. Может, убил, ты послушай. Убила, Перебегаю обратно. Ты на втором, на первом? Кто говорит? Кто-то за душки идет, говорит, внимательно не палимся. Он человек. Ты на первом или на втором? Я на втором. Двое, на первом. Двое в 22-ке со стороны ямы. Окей, один запрыгивает. Минус один. Убил? Не знаю, на гранате. Я за мусоркой, да.
как мы взорвали комьюнити сквада? Нет. Мы же поиграли в сквад на днях, девятером зашли, считай. Все. Там такое пожарище, как в первых видосах по Тарку, когда я делал. А, этот выжил первый. Бля, муха. Все, я взорвал его, походу. Крыша минус. Чисто. На втором тоже. Убил меня, блин, да на фонаре бош куда отводят справа. У тебя гранаты были? Да. Как его там? Собрикум. Собрикум минус. Да, он. СКС-ка с фонарем. А, сидит на снайперском воды. Минус. У меня еще есть кто-то. Там мало. Я сзади, подхожу к палатке. Хит. Убегает к воде. Минус. Временком ушел. Надел каску. Он ушел, там не валит. Где-то ближе, бля. Это штурман, блядь. Бил его вроде. Нормально, он тут засел. Где он так сидел? Все, я даже не видел отсюда. Забрел на меня. Не знаю, убил я его или нет. Штурман передо мной. У меня в упоре. Чего-то? Я знаю. Убил его. Все-таки убили меня. Нихера не слышно с этим дождем. А, меня походу чутак убил. За магазином. У меня в душке КГ есть. Они тоже. Ты в душке. Нет, нет, нет. Убила, да? Убила, убила. Нет. Это в душке еще есть. Убил еще. Блять, бот по мне из душки. Он бота убил. Я за магазином. Кто?
граната! Блять, по мне! С трёхи! Пристроя. Не знаю, пристрой вроде трёхи. Это не тот челик ни хрена, который по мне стрелял. Я никого не слышал, когда запрыгнул. Он там, значит, да, этот спускается по этажам. Идет ко мне. Штрабовиком. По телу стреляет. Пошел нахер, блин, туда же. Сейчас первый уровень. Убил одного на улице, на главном. Я в пристрое хилюсь. Мне гранаты задело. Да, третий. Двое. Справа, лево, не понимаю. Справа. Потопай на лестнице, пошуми, потопай на лестнице, чтобы они думали, что там. Я прям перед тобой стою на третью. Топаю, бегаю. Их двое там с фонарями стоят. Мне надо звезду заесть. Хавай звезду, пусть на тебя загрятся. Я их прям контролю. О боже, мертвые, блядь, типа. Нет! Их кто-то запушил? ХЗ, я поднимаюсь к тебе. По главной? Да-да-да. Ты ноги бы тут не сломать. Пусти, я пробегу. ММ-ка и калаш. Я смотрю туалет, короче, правую часть. Убил. Бил. Туалет остался справа. Давай я под размен пойду. Иди в ту комнату, где я убил. Подожди. Что пока я длинную гранку посмотрю. Уже. Зашла. На унитазе может сидеть аккуратно. Давай под размен вдвоем. Иду. Стоп. Да. Как я и говорил, на унитазе сидит. Дефолтная позиция профессионалов, блядь, 44 уровня. Посмотрел, но не залетел. Это нормально.
А, у меня одел? А, повторюшка. Отстань. Уходи. Отстань. Вид тоже за тобой повторяет. Я первый ее одел. Так, значит, ты повторюшка, получается. Ты не можешь одеть первым, потому что ты уровень маленький. И что, у тебя большой уровень, только вчера ее одел. Неправда. Вообще да? Сегодня. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.